Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам предлагаем приготовить вот такой вот замечательный вкусный пирог с творогом и яблоками. Поехали! Пирог получается с чуть влажным сладким мякишем. Творожная начинка теста в сочетании с прослойкой из сочных яблок дает легкий и нежный вкус. Для пирога нам понадобится 200 грамм творога, 2 столовые ложки сметаны, 50 грамм сливочного масла комнатной температуры, 3 куриных яйца, 180 грамм сахара, 1 яблоко, 120 грамм пшеничной муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 2 грамма ванилина и сахарная пудра для посыпки. Творог для этого пирога лучше брать мягкий и мелкий. Творог, размягченное масло и сметану кладем в миску и хорошо растираем ложкой, чтобы не было комков. Яйца слегка взбиваем с сахаром, чтобы они начали пениться и стали более однородными, немного побелев. Муку смешиваем с разрыхлителем и ванильным сахаром. Выливаем яичную смесь в творожную. Затем добавляем сухую составляющую. Хорошо перемешиваем тесто до однородной консистенции. Оно должно получиться как густая сметана. Яблоко помыли. Удаляем сердцевину и нарезаем тонкими дольками. Форму диаметром 20 см смазываем растительным маслом. Выкладываем 1/3 теста в форму и разравниваем. Половину нарезанного яблока укладываем на тесто. Затем заливаем еще 3 теста. Сверху кладем оставшуюся половину яблока. Оставшимся тестом заливаем яблоки. Отправляем пирог в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем в течение 35-40 минут. Готовность проверяем зубочисткой. После втыкания в центр она должна оставаться сухой. Вот он, наш пирог. Он очень нежный и пышный. Готовьте и вы. Вот такой аппетитный, нежный, ароматный пирог у нас получился. Пирог готов, остался последний штрих. Нужно его попробовать. Очень вкусно. Вам рекомендуем тоже. Готовьте и кушайте на здоровье. На этом все. Понравился рецепт? Ставьте лайки.
пишите свои комментарии. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!